Друзья, доброе утро! Прекрасный субботний день, суперская погода. Находимся недалеко от речки Мешока. Хотим прогуляться, сделать костер и приготовить. Пишите в комментариях, что мы хотим приготовить такого вкусненького. Угадайте. Вперед! Место шикарно. Ветерок небольшой дует, кайф. Так что идем прогуляться, покайфовать, подышать воздухом. Предновогодние выходные. Поход в предновогодние выходные объявляется открытым. Ура! Вперед! Вот такая погодка сегодня на Мешока. Вот такой суперский снежок. Его немножко. Супер не холодно. Вон она. Красивый лес. Вообще класс. Красота. Речка чистая. Ай! Супер. Собака какая-то за нами увязалась. Ну что, подошли вот такой переправе. Мешока красивейший. Во льду кайф. Пытались прыгать там где-то через лед. Там пытались что-то. Ничего не получается. Придется по старинке, по-мужски, вброд. Занимайте спорно, ходите в горы. Как впечатление? Собака? С нами есть собака сегодня. Я динамически! Переход через Мешока! Ура! По льду идешь, кайф? Кайф. Вообще кайф. О! Да. Ой, хорошо так. Ощущение огонь! Ну что, огромную реку Мешока перебрались через нее. А собака умная, смотри. Собака умная, смотри, по льду идет, по камешкам. Давай-давай, пес. Ну что, этот парень не хочет нас отпускать. Хочет к нам идти, но не хочет мочить лапы. Хотя он их по снегу сегодня помочил, по-любому. Ну давай, давай. Ну давай уже. Даже собака через речку зимой переходит с голыми ногами, а вы сидите дома. Красавчик. Мужчина. Ну что, с удовольствием перешли брод. Даже собака довольная, радостная. Идем дальше. Идем потихонечку дальше. Вот такой снег. Красивейший лес. Вообще супер. Красивенько, тихо, птички поют. Вообще красота. Шум речки. Супер. Вот хороший шарик. Передает вам привет и с наступающим Новым годом. Всех вас. Здоровья и счастья вам. Ходите в горы, занимайтесь спортом, любите собак, кормите собак. Друзья, подошли вот такой крутейшей смотровой площадке. Погода, конечно, нелетная, вообще нелетная погода, но супер. Такие крутые виды. В октябре были, за каштанами ходили, это у нас плюс. Даховская вдалеке, кайф, красоте. Просто супер. Внизу белая, красота. Отошли немножко от ветрового места и хотим сделать такой небольшой костерчик, сейчас погреться, поготовить вкусную еду. Ай, кайф. Красота. А вот и сюрприз, который мы хотим сделать в походе. Наловили в Мешока рыбы. Походу, это что за рыба? Таня, какая это рыба? Это скумбрия. Походу, в Мешока водятся скумбрии. Так что, псу как раз достанется головы и хвосты. А нам, надеюсь, что-то другое достанется. Сейчас ее разделаем и в фольге запечем в костре с кайфом. Еще раз скажи. Ай, вкусняшка. Мед. Это ингредиенты для самого вкусного супа в мире. Великолепные суперские макароны Ролтон. Лучочек красный. Суперская сайра. Чесночок. Водичка. Сейчас это все перемешаем и сделаем суперский супчик. Ай, будет супер. Водичка закипела.
Водичка закипела. Великолепную сайрочку тебе добавим. Жарковато. Пес хочет покушать. Ай, Сайра. Сайра, вы... Руки жжет. Руки жжет. Друзья, и самый секретный ингредиент для супер походного супчика – это сыр. Вот такой карат суперский. Сейчас его нарежем, тогда будет... Ай, вот такая красота. Ну и подождем, пока он закипит. Ай, жарение от костра, пипец. А это второй секретный продукт, который мы будем готовить. Сайра, выловленная из мешока, запеченная на костре. Ай, красота. С адыгейской солью, со специями. Ай, супер. Единственное, забыли взять лимончик по пути. О, это биодинамическое засаливание сайры. И один товарищ очень сильно хочет ее кушать, хотя ему досталась часть сайры. Супер, 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 харе, харе, отлично. С удовольствием завернем ее и в уголечки положим. Не знаю, на какое время, по ощущениям, наверное, на полчасика. Ну что, процесс пошел с удовольствием. Давай, Александр, с кайфом. С кайфом, импровизация. Да, импровизация. Запекаем скумбрии в зимнем лесу, в зимнем костре. С удовольствием. Принимаем заказы на запеченную скумбрию. Звоните. Друзья, вы кушали супчик из сайры, сырка, макарошек, сваренных на костре. Ай, как вкусно. Лучок, чесночок. Просто супер. Зимний лес. Офигенно. Всем советуем попробовать это раз в жизни. Друзья, ну что, 20 минут. 20 минут прошло. Мы, честно говоря, не знаем, сколько рыба должна жариться в костре. Но по ощущениям, вроде все. Сейчас проверим, если что. Да. Два слоя фольги было. Сейчас проверим. Да, на снег прям ставь, кладется. Видимо, жар костра был очень сильный. Сейчас посмотрим, что там. Пахнет вкусно. Ой, какая вкуснятина. Я уже отсюда. Походу, вторую можно уже доставать. Достаем вторую, видимо, 20 минут на костре хватает. А какая? Супер красивая. Все, давай доставать ту и пусть в снегу лежит, остывает. Вторая порция. Да, вторая порция, вторая рыба пошла. Посмотрим на нее. Какой цвет. А какой запах. Посмотри, какая рыбеха. Ее раскроем. Немножечко товара. Посмотри. Давай снимай. Бомба, просто бомба. Это собачки? Красота. Пёсла. Как она парит. А какой запах. Yes. Всем советуем. Ленивая скумбрия. Супер. Соль, костер, хорошее настроение, фольга, лес. Ну что, друзья, покушали, погрелись возле костра. Теперь по такому суперскому лесу идем назад. Посмотрите, какой красивый зимний лес. Тихо, спокойно. Кайф. Снег под ногами. Красота. Если вы любите снег, грязь и хорошее настроение, зимний мешок и хорошее настроение, то мы советуем вам не сидеть дома зимой и тоже ходить в небольшие походики, делать небольшие гастрономические походы. Это кайф. Сделать какой-нибудь супчик, пожарить что-нибудь. Вот пирожочки даже можно поджарить, супчик сделать. Вот сегодня мы получилось скумбрию сделали. Это вообще кайф, это добавляет каких-то таких новых эмоций, новых сил. Так что ходите в горы, занимайтесь спортом, закаляйтесь, путешествуйте, гуляйте по зимнему лесу. Это кайф. Кайф. Не болейте. Будьте здоровы. Будьте здоровы, да.